M0 – самый компактный из существующих Hi-Fi плееров. Вес всего 38 грамм при габаритах явно меньших коробка спичек. Корпус из легкого, но крепкого алюминия. Собран классно, ощущается как монолитная конструкция. На передней панели цветной сенсорный дисплей диагональю почти 2 дюйма и разрешением 240 на 240 точек. Даже на солнце дисплей читабелен, отображает всю необходимую информацию. По умолчанию яркость стоит на 50%. Для комфортного пользования этого достаточно. Целить по меню удобно. M0 работает на фирменной операционке от Shanling, работает плавно, без критичных торможений. Можно выбрать одну из 7 тем оформления меню. Плеер поддерживает карты памяти до 512 ГБ, встроенной памяти нет. Разъем спрятан под пластиковой заглушкой. На данный момент плеер поддерживает 11 языков, русского в нем пока что нет. Возможно, прилетит с новыми обновлениями. Пожалуй, это единственное слабое место плеера. Главная фишка Shanling M0 не только в компактных размерах, а и возможности воспроизведения DSD файлов. Причем орехи в виде DSD 64 или даже DSD 128 он щелкает как семечки. Обработка, преобразование и усиление сигнала построены на комбинированном чипе ES9218P от тех самых ESS. M0 можно использовать в роли внешнего USB-цапа для вашего ноутбука или ПК. При желании можно выстроить схему с другими устройствами. Обратите внимание, в плеере разъем USB Type-C. При этом порт двунаправленный, и его можно использовать в качестве цифрового транспорта, например, для питания стороннего USB-цапа. Батарея в 630 мАч рассчитана на 15 часов работы от зарядки до зарядки. Результат, откровенно говоря, удивил не только меня. Этого с головой хватает для перелета в Штаты или в Китай. К тому же в плеере четко реализована система спящего режима, что дает до 30 дней жизни батареи. Shanling акцентирует на компактности плеера. Это плюс его транспортабельности. Помещается в любой карман вашей одежды. Судя по рекламным картинкам в Instagram, плееру предлагается грядка аксессуаров. А именно, презентабельные чехлы, как в нашем случае, так и удобное крепление плеера на руку для занятий спортом. На выбор черный, красный, синий, титановый и фиолетовые цвета корпуса. Предлагаю послушать плеер в уютной атмосфере и выбрать свой вариант в наших салонах персонального аудио SoundMag в Киеве и Днепре. Наши специалисты всегда рады дать подробную консультацию. M0 идеально справляется с низкоимпедансными наушниками до 32 Ом. Что касается беспроводных наушников, плеер решает проблему беспроводной передачи несжатых музыкальных файлов, а именно поддерживает работу аудиокодеков APTX и LDAC. Можно бесконечно говорить о ненадобности аудиоплееров, о преимуществах смартфонов, но если вы хотите получать максимум при прослушивании музыки, то увы, смартфоны в этом плане отдыхают. LDAC вшит только в новую версию Android 8 Oreo. Телефоны с поддержкой APTX тоже нужно поискать. Говоря понятным языком, Shanling стремятся обеспечить лучшим звуком ваши проводные и беспроводные наушники. Миниатюрный M0 при ценнике от $100 до 100 евро, в зависимости от региона, становится одним из важных игроков в своем сегменте. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и приходите в гости в наши аудиосалоны SoundMag в Киеве и Днепре.